Тоже праздник со слезами на глазах, только новый. В минувшем октябре Государственная Дума утвердила еще одну памятную дату – 3 декабря, День неизвестного солдата. В Иванове в этот день первые лица региона, военные, семьи пропавших на войне почтили память всех, кто пал на полях сражений, возложив цветы к мемориалу славы и могиле неизвестного солдата. Эта дата хоть пока и не столь известна, как День Победы, но не менее важна. Посмотрите, вот наша маленькая Ивановская область. На войну ушло более 400 тысяч человек, и более 130 тысяч не вернулось. И из этих 130 тысяч трудно сказать, сколько пропало без вести. Но по оценкам, порядка 40 тысяч наших ивановцев считаются пропавшими без вести. Неужели эти десятки тысяч людей, отдавшие жизнь за нас, вот за нашу страну, недостойны, чтобы их вспомнили. И я очень надеюсь, что у всех ивановцев, у всех жителей нашей страны вот то святое чувство, которое мы испытываем, приходя поклониться тем, кто отдал жизнь за свободу нашей страны, за нас, сохранится навсегда.